Осень, 1740 год. Небольшая карета пересекает пригород Вены. Это болотистая местность, где в те времена велась большая стройка, звуки которой доносились через окна кареты. А еще через окна кареты доносились рассказы о тяжести жизни нищих и их страданиях. Все это сопровождалось картинами невероятного по своим масштабам количества строящихся башен, церквей с изображениями Христа, указывающим перстом в небеса. И такого же невероятного количества лохмотьев, усевавших под этими небесами землю. Пассажир этой кареты и наблюдавший из окна непривычные его оку и слуху картины ехал сюда совсем не за этим. Познавший славу и признание всей Европы, что давало ему право посылать к чертям заказчиков и музыкантов, но в результате интриг, снискавшим презрение среди недавних почитателей, он ехал в чужую страну в надежде на элементарное человеческое выживание. Итак, мы говорим о последних днях величайшего композитора своей эпохи – Антонио Лючио Вивальди. Прибыв в Вену, Вивальди оказался в положении крайней неопределенности. Он имел на руках приглашение Карла VI, императора Священной Римской империи. Здесь стоит отдельно рассказать, кем был Карл, правивший на тот момент император. Он занял трон в 1711 в результате смерти его брата Иосифа I. Карлу было всего 26 лет. Он сразу же окунулся во внутреннюю политику, и уже через 2 года из-под его пера вышла прагматическая санкция, которая при неимении мужского потомства отдавала всю монархию женской линии потомства Карла. На тот момент у Карла еще не было детей, а первенец вскоре умер. После этого у Карла рождались лишь дочери. Много позже, лишь в середине 20-х годов, Карлу удалось добиться признания прагматической санкции сначала от Испании, а затем и от России. Но несогласие таких стран, как Франция и Англия, в конечном итоге повлияли на испанский двор, и последние отозвали свое признание. Такой раздор между внешнеполитическими кругами не могли не подхватить игроки и внутриполитические. И несмотря на признание этой санкции сословиями Священской Римской империи, Бавария высказала свое несогласие. Все дальнейшие события следует воспринимать исключительно как из внутренних, так и внешних противоречий на протяжении всего правления Карла. Итак, вернемся к тем событиям, которые произошли 20 лет спустя. Но не забудем и о том, что к ним привело как раз в упомянутые даты середины 20-х годов 18 века. В 1727 году из-под пера Вивальди выходит опус из 12 концертов для скрипки. Название этого без преувеличения шедеврального опуса весьма лаконично – для четра, лира. И сразу же на титульной странице нам сообщают о том, кому этот опус посвящен, а именно далее в соответствии с оригиналом. Концерты, освященные Священным Католическим и Королевским Величеством в лице Карла VI, императора и третьего короля Испанской Богемии и Венгрии, авторство Антонио Вивальди. И здесь у каждого из вас возникает вопрос: Вивальди проявил инициативу в надежде обратить внимание монарха на себя, или же он получил от монарха заказ? Я вынуждена вас разочаровать. Подтверждений в сторону той или иной версии нет, но есть косвенное подтверждение именно первой версии. Аргумент в адрес этой версии заключается в том, что Вивальди сам решился снискать покровительство Карла. В приложении к рукописи «Ля Четра» композитор составил записку вот такого содержания. Ваше Священное Императорское Католическое и Королевское Величество,
Несомненно, ваше священное императорское, католическое и королевское величество, глубоко укоренившийся и извечный обычай помещать имя известной и великой личности во главе опубликованной работы заслуживает похвалы по многим причинам. Это выражение того факта, что автор почитает эту личность и в то же время надеется, что достойное имя защитит произведение от критики со стороны окружающих. Таким образом, величайший император, я не верю, что совершу святотатство хвастовства, когда я придерживаюсь этого похвального обычая и предлагаю публике свою работу, какой бы желанной она ни была, со славным именем монарха, который действительно является самым милосердным, щедрый и милосердный защитник и меценат. Искусство процветает и процветает в тени вашего непобедимого правления, и благодаря вашей щедрой защите они являются маяком наших дней и эпох, принижая прошлое и становясь объектом зависти в будущем. Поэтому я прошу ваше священное императорское, католическое и королевское величество принять мой скромный дар с вашим обычным добрым милосердием, в то время как я молюсь со всем католическим миром, чтобы вы могли прожить долго, чтобы приумножить свою славу, защитить искусство и сохранить счастье. Антонио Вивальди. К языку изложения в посвящении мы вернемся чуть позже, а пока вернемся к событиям осени 1740 года. После серии провалов в качестве оперного композитора в Феррари и увольнения из Оспедале ди Пьета, Вивальди был вынужден самостоятельно зарабатывать на кусок хлеба. Он, как и сегодня, прибег к масштабной саморекламе и первым делом начал поиски связей среди венской и богемской знати. Опера «L'Oracolo in Messenia» 1738 года была запланирована в театре Кернентор, что предвкушало большие надежды, но эта затея провалилась. И уже 20 октября 1740 года император Карл VI неожиданно скончался от отравления грибами, и его смерть привела к годовому трауру, в течение которого все развлечения были запрещены. С этого момента началась борьба за трон, главной наследницей которого была Мария Терезия. И совершенно очевидно, что судьба венецианского композитора никого на тот момент не интересовала. Жизнь Вивальди в Вене при таких обстоятельствах сложно описать без сочувствия. Вот одно из документальных описаний его отъезда из биографической миниатюры биографемы Ролана Барта. Отъезд Вивальди из Венеции должен был произойти вскоре после того, как Пьета выплатила ему последнюю зарплату. Согласно протоколу от 4 июля 1740 года, судебный пристав приходил к нему на квартиру 24, 25 и 27 мая, чтобы вызвать его в качестве свидетеля, поскольку певцы подали в суд на оплату последней оперы, представленной осенью 1739 года «Фераспе», за которую отвечал импресарио Дини. Композитор должен был быть услышан о его собственном гонораре. Однако соседи сказали, что он уже уехал из города. Таким образом, он должен был уехать в Вену между 12 и 24 мая 1740 года. Далее из свидетельств мы узнаем, что происходило с композитором уже в самой Вене после его прибытия. Вивальди впервые посетил Антона Ульриха, герцога Саксон-Майнингенского, однажды снежной зимой 8 февраля 1741 года, пытаясь продать свой концерт. Он уже дважды пытался увидеться с герцогом. Но хотя Саксон-Майнинген был известен как покровитель музыки и всегда собирал огромные коллекции партитур и тому подобное, посещая Вену, он не принял Вивальди. Именно таким поведением вельмож и была вызвана манера композитора в своем посвящении к одному из своих опусов. Они делали вид, что искусство – это признак их вкуса. Но чаще случалось так, что в круг их демонстрации хорошего вкуса входили карточные игры, влекущие огромные долги, в результате чего тратить на искусство у них не оставалось средств. Другой документ отображает продажу 12 партитур за небольшую сумму денег.
28 июня 1741 года Антонио Вивальди собственноручно подписал расписку секретарю Томазо Винчингера де Колальто, дворянина из Фриули, в получении 12 венгерских дукатов за «Танта музика». 28 июня 1741 года, Вена. Я, ниже подписавшийся, настоящим подтверждаю секретарю его превосходительства Антонио Винчигуэра, графу Колальто, что я получил 12 венгерских дукатов на счет и по приказу его превосходительства за проданную ему музыку. Я, Антонио Вивальди, собственноручно подтверждаю, что все корректно и правдиво. Эта смехотворная плата была той последней каплей отчаяния, которая лишь отражала конец прижизненного гения Вивальди. По словам Вингенштейна, буквы его имени отражают печаль предыдущих месяцев, имя же похоже на прилагательное. Через месяц Вивальди умер в ночь с 27 на 28 июля. Последними документами, свидетельствующими о пребывании Вивальди в Вене, являются записи коронера и реестр погребений в соборе Святого Стефана. Запись в журнале регистрации похоронных сборов, среди прочего, гласит: «Достопочтенный господин Антониус Вивальди, светский священник, умерший от легочной гангрены в возрасте 60 лет, был замечен коронером в доме Оллера рядом с Карентийскими воротами и был похоронен на кладбище городской больницы. У вас есть индивидуальность дня, времени года и жизни, климат, ветер, туман, рой, стая. Улица входит в композицию с лошадью, как умирающая крыса входит в композицию с воздухом, а зверь и полная луна входят в композицию друг с другом. Климат, ветер, время года, час не имеют иной природы, чем вещи, животные или люди, которые населяют их, следуют за ними, спят и просыпаются вместе с ними». Эти слова приписывают Спинозе. Тому можно добавить лишь следующее: они сами посадили его на трон, а потом сами же его с него сбросили. Оба действия они совершили с одинаковой легкостью, словно ребенок, которому надоела одна из его игрушек. 28 июля Вивальди был похоронен на кладбище Бюргер-Оспиталь в пригороде Венны. Ему было 63 года. На похоронах присутствовал лишь гробовщик.